Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами тему радости, неисчерпаемую. Вот. И еще один аспект очень важный подчеркнем сегодня на этой короткой встрече, и постараемся его просто реализовывать, чувствовать себя разницу и переносить себя в истинное ощущение радости, всякие суррогаты отбрасывать, чтобы нам ну, не тратить время и силы, и не засорять свои, так сказать, вот и желания, и намерения, и, и мысли тем, что не продвигает нас к цели, к цели нашей нашего развития вообще к реализации, к реализации замысла творения. Вот я прочитаю вам отрывок из, из статьи Михаила Лайтмана. Я не просто хочу поразвлечь других, передавая им свою радость. Радость это не смех, а наполнение уверенностью в правильности пути, цели, в которую я верю. И такая радость придает силы это то самое наполнение, которое должно воцариться во всех нас, благодаря нашему соединению, то есть в подлинном исправленном состоянии, в мире бесконечности. И играя в нее, я прилагаю усилия, чтобы заполнить наше общее желание, духовный сосуд, кли, также словно в состоянии мира бесконечности. Вот здесь вы видите огромнейший диапазон в коротком отрывочке, вот в наших с вами ощущениях, в анализе, в мысли, во смысле не вообще того, чем мы занимаемся. Я не просто хочу поразвлечь других, передавая им свою радость. Ведь радость можно теоретически, если я бы хотел бы кого-то развлекать, чем угодно передавать, да? Вот. И мы, не, конечно, не чураемся и средств нашего мира для этого, но они не являются базовыми, они не являются определяющими в доставлении радости другим, поскольку мы мы говорим, когда о радости в духовном, то это не наполнение моего желания эгоистического какого-то. Я, конечно, могу кого-то порадовать, кого-то угостить едой, кого-то напитком, кого-то музыкой, кого-то чем-то еще, какое-то удовольствие в жизни предоставить большое, да, прокатить там на пароходе каком-нибудь, на яхте, там и что угодно. Но мы-то с вами знаем, что эгоистические желания, они тут же они не, не, не наполняются, а наполнение улетучивается. И это не, не является смыслом, это является бесполезной гонкой просто наполнение этих желаний. Поэтому мы направляем все свои усилия в правильности пути, цели, в которые я верю, в, на, в достижение свойства любви и отдачи, в, в совершенно другую область, вот в, это, в развитие нашего этого маленького-маленького желания к духовному, которое превращается в доминирующее, которое на самом деле дает нам огромную важность, огромную уверенность, понимание, что вот наконец-то после тысяч лет бесплодных, без, безысходности, какого-то вот этого такого состояния непонятного до сих пор, в котором находятся миллиарды людей, мы получили вот через эту маленькую точку связь с источником и возможность реализовать в полной мере наполнение моего желания к духовному, которое затмевает все желания эгоистические этого мира. Просто никак не сопоставимо является. И вот я уже чувствую радость только в том, что я получил доступ к этому пути, я получил уверенность, я получил направление правильное, я получил поддержку. И вот эта поддержка, она позволяет мне заполнить общее желание и прийти к состоянию ощущения совершенства, вечности, бесконечности и гармонии с другими людьми. Я могу дарить это чувство теперь совершенно бескорыстно, делиться с другими людьми, понимать их состояние чувствовать, как им можно помочь, и действительно вместе вот э, с Творцом, вместе с источником этого наслаждения действовать уже как бы с его стороны по отношению к людям. То есть получить такое же отношение к, к миру, к людям, ко всей действительности, как у Творца. Разве это не радость? Вот, продолжаем с вами выяснять эти глубокие понятия, вот, и, пожалуйста, пишите все, что непонятно, все, что вам интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, вот, и мы Конечно, продолжаем наши встречи, будем раскрывать еще много-много элементов нашей связи с Творцом, нашей внутренней работы, нашего отношения правильного к изучению каббалистических источников и вообще к жизни, для того, чтобы быть радостными и счастливыми. Всего вам доброго, до встречи.